С моста Саратов-Энгельс спрыгнул молодой человек. Информацию об этом разместил в социальных сетях саратовский автолюбитель. Чуть позже данные подтвердили в областной службе МЧС. Спасатели приступили к поиску молодого человека. Напомню, аналогичное ЧП произошло в середине октября. Тогда в Волгу с моста спрыгнул мужчина. Через несколько часов поисков его тело обнаружили водолазы в районе причала.